возглавили турнирную таблицу по сумме двух программ. Они опережают наших Анастасию и Алексея где-то примерно на 8 баллов. Ну и завершают выступление фигуристов в первой разминке американцы Мариса Кастелли и Симон Шнапер. Музыка их произвольной программы из кинофильма «Координаты Skyfall» из серии фильмов о Джеймсе Бонде. Действующие чемпионы Соединенных Штатов Америки.
должны опередить американцы канадцев. Они выигрывали у них после короткой программы где-то почти 4 балла. Ну и вот мы видим, что техническая оценка у них будет заметно выше. Ну вот, конечно, прыжки их подвели, сорвали они каскад, тройной тулуп, двойной тулуп, там получился каскад, двойной тулуп, одинарный тулуп. Ну и, конечно, с ошибкой был исполнен параллельный тройной сальков. Ну вот мы видим, видите, как уменьшается их оценка, было больше 56, сейчас 55-45 за технику. Ну, я думаю, что они как раз борются не с канадцами, а со второй американской парой, Хевен Денни и Брэндон Фрейзер, действующими чемпионами мира среди юниоров. Вот вторая американская пара, она будет выступать в сильнейшей разминке, хотя по результатам короткой программы Денни и Фрейзер опережали Костелли и Шнапера всего-навсего на 0,07 балла. То есть вот эти две американские пары ведут борьбу за четвертое место. Выше подняться им будет сложно, потому что там китайцы Чен Пэнг и Хао Занг, занимающие третье место после короткой программы, опережали американцев Денни и Фрейзер. Очень приличное было преимущество. Где-то под 8 баллов. Ну что, вот эту пару Мариса Костелли и Симона Шнапера отличает от всех других. Это то, что у них день рождения в один день, 20 августа. Родилась Мариса Костелли 20 августа, день рождения у Симона. Ну, правда, Симон старше партнерши на 3 года. Ну, довольно такой редкий случай. 110.29 они становятся лидерами, но сейчас нам остается только дождаться таблицы результатов по результатам выступления дуэтов из этой первой разминки.